Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, и мы продолжаем проходить Disgaea 2. Как вы помните, в прошлой серии мы остались где-то на середине пещеры зла, который где-то потерялся Тара, и теперь мы должны найти его. Надеюсь, мы его сегодня найдем, но даже если нет, ничего страшного. Поехали. О-о. А, Нича! Таскетео! Адель, помоги мне! Держись, я иду. Хаяку, хаяку! Буку табираричаю! Поторопись, они съедят меня! Уротайру де най, Таро. Йога кита каранива му аншинжа. Не переживай, Таро. Со мной, когда я здесь, ты в безопасности. Таро ва ичининмай но отоко но ко де аро? Шоурай риппа на йо но керай ни наро тою отоко га. Коно тейду но кото де обиете доу суру? Тар, ты будешь храбрым для меня? Когда-нибудь ты станешь прекрасным слугой, поэтому тебе нечего бояться. Хай, име-сама! Да, принцесса. Таро-чан, Тара. Судени риппана Розарин но шимобе то касчаттеру не. Тарда, ты уже раб Рози. О да. Это было быстро. Воу. Ой-ой-ой, вот эта штука мне очень не нравится. Я остаюсь. Коно декай нога. Камен но иттета мамоно ка. Ташка ни тегова соу да на. Похоже, что это здоровяк и есть тот монстр, о котором говорила леди в маске. Определенно выглядит сурово. Мамоно нанте кьюто на широмоно жа не йо. Маджин класс даро коно оката. Это не просто маленький милый монстр, это как сам победитель демонов. こうなったら фуэ да! Фуэ фуке! Адель му химе-сама му таёри нара не ши! Ханако, уме фукеру ка? Сыграйте на флейте! Раз Адель или принцесса не будут играть, то Ханако, может быть, ты сыграешь на флейте? Цэнцэн даме! Анта ва? Я не знаю, как играть на ней. А ты? Бокчин ва коссори кёшити ни широби-конде, скина джоши но фуэ фуита тэйто но кокороэ да! Соре га варита! Единственная флейта, на которой когда-то играл, это та, которую я украл у маленькой девочки, когда я был в школе. В этом есть что-то неправильное? Анта, сайтэне. Ты просто ужасен. Согласен. Эрзэй! Доре му фкэнэн доттара, конна джоши га кучи оцкэтэ му инай хуи, нанно кача му нэзу, дочка шо! Заткнись! Пока девчонка не положит свои губы на неё, эта глупая флейта бесполезна! И зачем ты ее выкинул? Ты совсем дурак? Мото юри хуэ нанка ни таюру цмори ва не. Мажин класс даро га нан даро га. Сэ-сэ додо буттаусте ярзэ. Я не планирую использовать эту флейту. Даже если он такой же сильный, как Повелитель Демонов, то я все еще собираюсь навалять ему. В честном бою. Дорогой Адель, вспомни последний раз, когда мы встречались с Повелителем Демонов. Это было с Этной не так уж давно, ну, две главы назад, по сути, да, практически уже. Скажи мне, дорогой друг мой, пожалуйста, есть ли в тебе запал столкнуться с монстром, который равен ей по силе? Что мне показывает, что нет? Татакай то нару то ики-ики сиору на. Соре ходо татакай то ва таноши моно ка? Твое настроение всегда улучшается перед битвой. Так же, думаю, тебе действительно нравится это. Да, соджа нетте. Я уже сказал тебе, я не такой. А? Фуэно не? Это флейта? Э? Толего фуйтенно? Кто играет на ней? А, асоко! Вон там. Аксель? Кто ре? Удоройтага. Оре-сама ва фуэ о фуки нагара шаберэру но да. Как ты можешь разговаривать, когда играешь на флейте, дружок?
Объясни мне, пожалуйста. Удивлены? Ну, для темного героя не составит большого труда смеяться, хвастаться и играть на флейте одновременно. Вот на что. Я. Удивлены, что это не наиндана. Умайтуште. Не, мы удивляемся не этому. Что ты. Кинен сацэнара, а то не стекли. Для автографа время найдется. Че, серьезно? Он реально ушел просто? Окей. Оре-сама ни декиру но ва коко маде да. А то ва омай тачи де нан то ка широ. О-ча но ма га оре-сама о маттерун де на. Я сделал все, что мог. Остальное на ваших плечах. А мне пора бежать, меня ждут фанаты. Койцу ва каши ни ште оку зе. Ицка 100 бай ни ште кайште морау кара на. Ха, вы обязаны мне. Просто отплатите в 100 раз больше в следующий раз. Че, серьезно? А не пойти ли тебе нафиг? Айцу дою цмори да? Чё он вообще думает? Хм. Аяцнари ни кежиме о цкеё то омотта но я моширену. Ну, возможно, это был его способ взять на себя ответственность. Нет, это был его способ показать, какой он крутой. В скобочках нет. Каму да. Кедо, чаккари фуэ а пакутте ики ягатта зо, айцу. Возможно. Впрочем, он действительно убежал с нашей флейтой. Ано, боку но кото васрете най? Соро-соро таскете хоши ин да кедо. Эй, вы забыли обо мне? Я бы не отказался от помощи сейчас. Су датта. Маттеро ё, Таро. А, да, прости, Таро, мы забыли, что я был там. Чё, серьезно забыли? Фейспалм, ладно. Какая-то не самая подходящая мелодия для битвы. Ну, ладно, пусть так. Итак, как видите, у нас здесь некий такой, ну, не лабиринт, но, в общем, да, мы можем двигаться только вот по этим штукам. И монстров здесь довольно-таки много, так что попотеть придется. Но что меня радует, так это то, что... По сути, вот эти сейчас здесь заблокированы, они не могут подойти к панели. Поэтому можно сначала начать с них. Если упростим себе задачу. Отлично. Теперь... Как нам вступить получше? Да, наверное, так будет подходящий вариант. Отлично. А, серьезно? А так? Ну-ка. Да, вполне. Отлично. Неплохо. Вы доходите? Нет. А вы? Ну, в теории да, но меня это не особо волнует. Угу. Ну ладно, давай так тогда. Отлично. Окей, едем дальше. Терпимо. Более чем терпимо. Ну да, ожидаемо. Ни одного слабого к воде, серьезно? Как же мне везет сегодня, однако. Ну ладно. Эу, вот это было мощно. Однако.
Зачистим тылы для надежности. Отлично. Так, и тебя как надо избавиться, да? Так и не смогу? Не смогу. Значит, так смогу. Это должно хватить по-любому. Ну да. Ууу, сундук. А вот сундучок это очень кстати. Это спасибо. Это мы всегда рады. Отлично. Экспа, лишний не будет. Это нас чем слабо? К воде. Ну, как раз таки найдется работа для Полины. Отлично. Да как ты выжил-то, лол? Ладно, пусть так. Это опасно. Спокойно, спокойно, спокойно. А, это хил был? Серьезно? А зачем? Ну, ладно. Допустим. Отлично. Так. Пойдет. Как же я обожаю эту обилку, просто я не могу. Самая офигенная, по-моему. Отлично. Это ведь хватит? Нет, не хватит. Значит, делаем обычный трайберст. Отлично. Так, остались вы, дружочки. Пирожочки. Ой, это опасно. Ой-ой-ой-ой. Я забыл то, что они так умеют. Ау. Тебя к чему слабость? К воде нету. Жаль. Дайте сплит, по идее, на тебя должен сработать? А, ну да, конечно. Я забыл об этом. Ну ладно, тогда рейден миссл обычный. Почему бы и нет. Это ведь хватит? Да, вполне. Отлично. Ну и так должно быть тоже достаточно, наверное. Да, вполне. GG. Ни-чан! Иро-иро матасарета кимо суру кедо. Аригато, ни-чан! Вы, конечно, очень долго сюда шли, но спасибо тебе, Адель. На. Бужиде наньори да. Варкатто на, осоку натте. Я просто рад, что ты в порядке. Прости, что так долго. Нанжа? Дошта, Таро? В чем дело? Что-то не так, Таро? Таскете курете аригато, химе-сама. Боку. Ещё химе-сама не отскай шимасу! Спасибо, что спасли меня, принцесса. Я готов посвятить свою жизнь служению вам. Таро, онуши. Таро, ты. Боку, кандон штан десу. Хонтоу ни химе-сама га таске ни ките куреру нанте. Вы действительно пришли. Боку. Я не думал, что вы придете, чтобы спасти меня. Я. Дока, керай ни ште кудасай, химе-сама. Боку, ганбаримасу кара. Пожалуйста, позвольте мне быть вашим слугой, принцесса. Я сделаю все, что в моих силах. Йокаро. Таро. Онуши о сэйшикини йоно керай то митомеру. Если ты этого желаешь, Таро, я официально принимаю тебя как моего слугу. Аригато гозаймасу, химе-сама! Спасибо вам, принцесса.
Титул Тара сменился на «Слуга Розлин», и теперь он в нашей группе. Прекрасно. Разве это нормально, Адель? Разве Тарда положено быть слугой демона? Ну, он теперь мужчина, и когда мужчина принимает серьезное решение вроде этого, его сложно переубедить. А каким образом в вашем мире становится мужчиной? Ладно, я думаю, что я не хочу занять этот вопрос. Потому что даже если она демон, то я сомневаюсь, что он попадет в большую беду, если будет ее слугой. Значит, теперь тебе нравится Рози? Я думала, что тебе не нравятся девчонки или демоны. Мана. Да кто? Она нормальная. Она отличается от любой девчонки или демона, которую я встречал до этого. Спасибо тебе. Без твоей помощи я бы не смог спасти ему младшего братика. Я очень ценю это. Йоно хандан де шита кото. Ле надо ирану. Соре йоримо. Я решила помочь не ради благодарности. К тому же у нас есть более весомые проблемы, которым нужно посвятить внимание. К примеру, Аксель. О да, это та еще заноза задница. Если он действительно расскажет об этой ложной пропаганде, люди могут подумать, что я предала своего отца. А если это случится... Сумарай. Орено сэда. Омай о шоукан шита котому. Актааре но яцни сирарета шиматта котому. Нанимо камо. Прости, это все моя вина. Призвать тебя и вся эта мишура с Акселем и прочее. Арехудо штаттейта чичуэ ни. Ханьяк шита нанте кокай саретара дорехудо цирай ка. Если отец, которого ты так любишь, будет обманут и поверит в то, что ты предала его, тогда... Адель. Выше нас, Адель. Меня еще не назвали предательницей. Ано Актаре но кото жа. Доусе доно телевикёку ни мо айте ни сарезу. А с Акселем? Весьма вероятно, что телевидение просто не пропустит его отчет. Ты права. Даже за так я все еще несколько не удовлетворен собой. В таком случае должен пообещать не вернуть меня к моему отцу? Это должно приводрить тебя. Доджа, яксоку декиру ка? Что скажешь? Ты сдержишь свое обещание? Мочирон да. Канаразу омай о чичуэ но мото э окурикаэсу то яксок суру. Конечно, я верну тебя к своему отцу. Соно чикай, шика то кики тодокета. Ну что ж, ловлю на слове. Моши онуши га генджоу но секай о сунао ни уке ире. Отонашку акума но накама ири о суру но де ареба, чичуэ ни тори наште яттемо ёй зо. Пожалуйста, прими судьбу этого мира и его людей. Если ты станешь демоном, я могу поговорить с моим отцом за тебя. Онуши тоте, казоку о ноконште сини таку а накару. Акума мо натте миреба, варуку а най моно зо. Таким образом, тебе не придется умирать и оставить свою семью в горе и печали. Быть демоном не такая уж плохая вещь, как думаешь? Моя цель — одолеть Зенона. Кедо, Зенон га дзивен кара норой о тойте, субете но нинген то секай о мото ни модосу нара, таос но ва канбен ште яттемо изе. Но если он решит убрать свое проклятие и вернуть всех в норму, то мне не придется сражаться с ним.
Яксок, да. В таком случае договорились? Йокаро. Яксок же. Договорились. Джага. Юме-юме васреру де най зо. Онуши то ё ва шосен теки доуши. Кеште ай ирену то ю кото о на. Но не забывай, ты и я враги. До тех пор, пока ты противостоишь моему отцу. Вот поэтому я люблю эту главу. Она офигенная. ニュースの時間です. 6 вечера и время новостей. 本日正午, ベルダイム特派員 サメさん から 興味深いニュースが 届きました. Сегодня днем мы получили интересное донесение от нашего полевого репортера в Велдайме Сэмми. なんと, ベルダイムのコロシアムにおいて 魔王ゼノン主催の舞踏会が開かれるそうです. Сегодня было объявлено, что владыка Зенон будет спонсировать боевую арену в Колизее Велдайма. これは魔王ゼノンの素顔を確認する絶好のチャンスかもしれません. Это может быть наш первый шанс подтвердить истинную личность владыки Зенона. Однако интересно. Ну да, говорит в начале главы что-то про боевую арену, но я не думал, что будет настолько быстро. 優勝して名を上げるのもよし。魔王ゼノンに挑戦するのもよし。腕に自信のある方は参加してみては? Сильные бойцы могут надеяться на то, что их наградят славой, а возможно, они смогут потягаться своими навыками с самим владыкой Зеноном. いずれにしても、この舞踏会の開催により、ベルダイムはますます熱くなりそうです. В любом случае, эта новая боевая арена определенно сделает Велдайм еще более популярным. 次はジャンプアップクイズのコーナーです. 一発逆転なるか、ご期待ください. А теперь у нас уголок поп-квиза. Смогут ли они вернуть свои жизни? Посмотрим, что случится. No! 俺様が命がけで手に入れたビッグニュースがちっとも放送されねえ! Нет, я рисковал своей жизнью, чтобы узнать для них эту огромную сенсацию. Они даже не рассказали о ней. テレビ局の連中、私たちを徹底的に無視しようってわけみたいに. Ох уж эти начальники в телевидении. Они пытаются полностью игнорировать нас. 私たちが生きていることがバレたら、何か困ることでもあるのかしら? Им-то какое дело, если зрители узнают, что мы все еще живы? こうなったら、どんな手段を使ってでも、俺様たちが生きていることを証明してやる! В таком случае, я сделаю все, что в моих силах, чтобы доказать, что мы все еще живы. Митейрою! Так хиро но каренару фукацгекио! Смотрите мне. Темный герой скоро вернет, скоро совершит великое возвращение. Ох, не уверен, что я хочу это видеть. Но в любом случае, на сегодня, дорогие зрители, мы заканчиваем эту серию и увидимся с вами уже в следующей главе, где я даже не знаю, что будет происходить, так что старым мы разобрались, и что будет дальше, я вообще не знаю. Так что же, увидимся с вами в следующей серии, уважаемые зрители, а пока что будем прощаться. Удачи вам всем, и до новых встреч, увидимся.